Друзья, всем добрый день, всем добрый час, дорогие друзья. С вами компания Arbatoms и уникальный город, город Алания с вами, друзья. И всем добро пожаловать на наш канал в YouTube, друзья. Так что, если из вас только что встал и не знаете про туристские жизни, друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы каждый день получить интересный, хороший видеоролик про Турцию, друзья. Турция – это, в самом деле, друзья, уникальная страна. Здесь все проще, чем другие страны, чем Испания, чем Италия, чем Болгария, чем Дубай, друзья. Поэтому я вас все приглашаю к нам в Турцию, друзья. И как раз у меня здесь гости из... Лова. Из Днепра. Из Днепра, из Львив, друзья. Львив – это вообще украинское слово, да? Так. Львив, добрый день, шановні львів'яни. Вітаю вас в Аланії. Очень красивый город, очень красивые люди, очень приветливые люди. Здесь люди располагают к себе, своей культурой, отношением к людям. Очень красиво здесь жить. Мне нравится. Турция и Алания. Поэтому я вам всегда говорю, самый главный капитал – это люди, правда? Да, да. И еще счастливые люди – это тоже очень значительный капитал. И вот здесь, в Турции, невозможно не чувствовать себя счастливым. Вот если бы меня, например, спросили, какое утро для тебя счастливое? Я бы сказала, что это утро на берегу Средиземного моря. Вот здесь встаешь, у тебя запах моря смешивается с запахом хвои, с запахом турецкого кофе. Это непередаваемое ощущение, и мне кажется, такого вот у нас в Украине невозможно почувствовать сейчас. Если есть это качественный кофе турецкий, то все равно такого вот атмосферы и такого колорита нет. Есть только вот здесь, в Турции. Особенно, где вы сейчас живете, центр города Алания, через балкон вы встаете, вид на море, насколько я знаю, да? Да. Так что это уже позитив, как-то с утра, правильно, в таком виде выставать, и день начинается очень позитивно, правда? Да. И Днепр тоже очень красивый город. Красивый. Я там много раз был. У нас в Днепре огромная есть набережная, а вот у нас все, кто приезжает в Днепр, сразу же ее посещают. А здесь я посетила вашу набережную, и действительно она вот солнечная, и пляжи такие же, много людей, которые улыбаются, доброжелательные, чистые пляжи. Для того, чтобы, например, если ты хочешь позагорать, абсолютно не обязательно покупать какой-то дорогостоящий абонемент. Можно прийти, купить воду, сок, и ты можешь целый день лежать на пляже, загорать, тебе шезлонг и зонтик, все к твоим услугам. Вот это вот очень нравится, вот такое гостеприимство. И, в общем, хоть наша набережная и хорошая, и красивая, но у вас тоже многое есть чего посмотреть. Спасибо большое, потому что это город Алания, друзья, самая теплая точка в Турции, и где растет 187 видов овощи, фрукты, друзья, где нету фабрика, экология здесь чистая и 300 дней. Солнце, друзья, морской воздух, поэтому много людей сюда приезжают именно из-за своего здоровья, правда? Да, мы даже сами подумали, что целый год можно отдыхать в Алании, и солнце, которое дает здоровье, фрукты, которые экологически чистые. Для людей из Западной Украины это будет очень интересно, потому что люди должны отдыхать, люди должны чувствовать себя комфортно, и отношение к людям – это очень большой плюс. Поэтому очень рекомендую приехать к нам здесь, в Аланию. Уже и к все нам. К нам, уже потому что мы… Откроем большой секрет. Мы тоже думаем о том, чтобы здесь приобрести недвижимость. И я запрошую всех львовян приехать в Аланию и почувствовать эту радость вместе с нами. Львив, я там тоже был много раз. И Львив почему-то отличается, чем Киев, чем Днепр, чем Запорожье, чем Харьков. Да. Почему?
Львов – это западная Украина, в котором город, в котором аромат кофе, традиции, люди. Это очень близко для турецких людей, потому что мы очень располагаем своим отношением. И во Львове есть историческая очень большая часть города, которая очень близка львовянам. И это тоже очень приятно, потому что Львов, он исторически очень в хорошем месте расположен. И для Львова и львовян это очень близко. Алания, я думаю, для львовян будет очень приятно здесь проводить время, потому что близко по духу и по традициям, потому что турки очень любят традиции, они в воскресенье встречаются со своими друзьями, с детьми и проводят целый день вместе. Это так классно и прикольно, потому что это очень приятно слышать нам, львовянам, которые ценят традиции свои и других людей. Вы первый раз, да, в Алании, насколько я знаю? Ну как? Я первый раз, и вот у нас Днепр, это промышленный город, и я заметила отличие Днепра от Алании, то, что здесь вот жизнь неспешная. Вот, люди никуда не торопятся, но при этом всегда везде успевают. Вот, здесь даже семьями они собирают. Особое значение в Турции имеет завтрак. Собирают друзей, родственников, партнеров, приглашают по бизнесу. И вот это такая вот церемония тоже, где не торопясь обсуждают самые важные темы. Мне кажется, вот нам вот тоже нужно немножко этому у вас поучиться. Просто останавливаться и присматриваться к людям, прислушиваться к ним, узнавать больше, чего они хотят. Вот после того, как я посетила вот ваш город Аланию, я теперь захотела тоже когда-либо приобрести здесь недвижимость, потому что вот больше хочется такой атмосферности и вот такой вот колорита такого. В самом деле, друзья, это у нас норм. Здесь эта жизнь норм. Иногда, конечно, некоторые люди приезжают, меня спрашивают, здесь надежный банк есть, здесь надежная заправка есть. Спрашивают такой вопрос, и где-то они подвох ищут, потому что чересчур хорошо. Да. Правильно? Чересчур да. Хорошо. Они говорят, давайте мы сегодня подумаем, пересыпем, завтра ответим. Да? Чересчур хорошо. Что-то не то, они подвох ищут. Потому что... Почему? Уже очень сильно хорошо все у вас. У вас тоже хорошо. У нас тоже хорошо. Но может быть потому, что мы к своему привыкли, то ваши особенности, вот ваши традиции, культура, обычаи, они нас впечатляют. Вот, и впечатляет еще экологически вот чистая ситуация, которая здесь у вас. У вас вот мы были на реке Димчай. Это основная артерия, которая поставляет пресную воду в Алании. Мы видели, насколько чистая эта река. Мы знаем, что здесь вот эти вот фрукты, свежие овощи, круглый год. У вас 300 солнечных дней в году, а значит урожай вы круглогодично собираете. Для того, чтобы здесь жить здоровым, радоваться жизни, наслаждаться жизнью, здесь есть все. Вот, поэтому вот нам что-то нужно увидеть, чему-то у вас научиться, а чему-то, может быть, когда вы приедете к нам в Днепр, и вы у нас научитесь, и посмотрите, как мы живем, мы вам тоже все покажем. И скоро, конечно, приедем. У нас, конечно, Арба Томс теперь не только в городе Алании, не только в городе Мерсин. Теперь у нас Арба Томс еще... Во Львове. Еще... В Днепре. Днепре. Это все мои друзья, коллеги, мои партнеры и как это у нас что будет с вами? Сотрудничество будет, друзья. Я их специально пригласил сюда, чтобы они видели своими глазами, потому что как-то человек сами видит своими глазами, пощупит, это эмоция непередаваемая. Вот через камеру невозможно, да. Вот эта эмоция. Надо потому, что... ее ощутить самим, и для этого мы приехали со Львова в Аланию, чтобы ощутить с
все прелести турецкого, турецких традиций, людей, очень красивый город, очень красивые люди, очень добрые, приветливые, располагают к себе, очень честные. Я хочу заметить, эта честность у них в крови. Я точно знаю, что если вы приедете и у вас будут хорошие намерения, вас никто здесь не обманет. Это я уже поняла по себе. Это очень важно для людей, которые приедут со Львова, с Днепра, с Киева, с Одессы. Я хочу еще раз подчеркнуть, что порядочность и честность в Арбатхоме на первом месте. Поэтому? Поэтому мы приехали со Львова для того, чтобы сотрудничать с вами. Спасибо за ваше доверие. В самом деле, друзья, конечно, в нашем работе очень много людей переходит, уходит. Но остается наша душа, люди, очень мало людей, друзья. Поэтому очень важно, что? Доверие, взаимопонимание. Искренность очень важна, друзья. Так что, хотите что-то добавить еще? Магазин закроет скоро. Запрошуем львів'ян и Західну Україну до співпраці з Арбатхом в Алании. И приезжайте в гости, відвідуйте це місто. Я тоже рекомендую обращаться именно в Арбат Хомс. Мы рекомендуем не просто так. Мы сегодня вот в течение нескольких дней побывали здесь, все сами увидели, посмотрели, изучили. И мы советуем действительно обращаться к менеджерам АСМБ. Вот. А все вопросы, которые у вас возникнут дополнительно, можете обращаться, в Днепре будет офис на улице Вернадского. Мы вам подскажем, как лучше обратиться и найти сотрудников Арбат Хомс. Спасибо. Спасибо. Конечно, как-то хвалят люди так. Хочется еще больше работать, больше что-то делать, друзья. Так что, друзья, с вами был Своня, Львів и Днепр. И если у вас, конечно, какой-то вопрос есть из Днепра, из Львова, кто-то нас смотрит, друзья, можете наши, мои коллеги тоже обращаться. Под видео есть наши контакты, друзья. Пишите, звоните для любой вопроса по поводу касается турецкой жизни, друзья. Если вы хотите именно для своего кошелька найти недвижимость, еще можете заходить на нашем сайте arbatoms.ru. Заходите на нашем сайте. Для любой кошелек вы можете найти турецкий недвижимость, друзья. Всем удачи! Берегите себя! Пока-пока! Пока-пока! Удачи вам! Удачи!